Добрый день, друзья. Сегодня у нас LG E460 и замена сенсорного экрана. Открываем телефон. Видите, он работает. Матрица целая. Включаем. Разбираем. Снимаем батарею. Снимаем панель заднюю. Давайте сразу проверим. Рабочий ли сенсор? Включаем. Телефон загрузился. Видите, экран работает. Можно менять. Снимаем кабель антенны, шлейф. Камера. Динамик верхний. Вот он, разъем нашего стекла сломанного. Снимаем стекло. Ставим 350-400 градусов. Греем. Прогрели. Снимаем стекло. Достаточно крепкий скотч. Хорошо прилеплено. Давайте еще погреем. Пробуем. Уже лучше. Снимаем стекло.
очищаем от скотча, от разбитого стекла. Очищаем посадочную поверхность. Снимаем защитный пластик с нового стекла. Клеим двусторонний скотч по периметру. Ставим стекло. Таким вот образом устанавливаем. Устанавливаем плату. Динамик на свое место. Нижний шлейф. Камера. Кнопка включения. Соединяем разъем с платой. Устанавливаем кнопки на свое место. Ставим, соединяем кабель. Ставим панель заднюю. Все, закручиваем телефон. Всем спасибо за внимание. Это был GE460. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Всем удачного дня.